Поздравляю всех! Вот мы с вами и в новом 2023 году. Очень надеемся, что он принесет в нашу жизнь мир, благополучие, гармонию. Но давайте подумаем, а что нужно захватить с собой из года прошлого? Я думаю, любовь, милосердие и, конечно, надежду. Надежду на лучшее. В этот первый новогодний вечер с вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Кору Александру Сладкову и нашим дорогим гостям, настоящим защитникам Отечества. За нашим столом люди, которые прибыли с передовой. Такова наша реальность. С первых дней делают все, чтобы территория южных русских земель была освобождена. Я желаю всем нам в этом году прежде всего мира. А мир может наступить только после нашей победы. Поэтому всем желаю победы. Всем моим землякам на южно-русских землях желаю одного. Поскорее вернуться в родную гавань. И перефразируя известную песню группы Любэ, ждет Запорожье, ждет Одесса, Харьков ждет. С Новым годом! Новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Тогда слушайте внимательно. Тебя? Нет, Евгения Петросяна. С Новым годом! Счастья вам! Пусть сбудутся все ваши мечты! Я прочитаю рассказ, который так и называется «Новый год». Ну, Новый год – любимый праздник. Решили отметить от всей души. Пиндюкова пригласили. Он парень очень веселый. Смеется всегда два раза. Первый раз за компанию, второй раз, когда до него доходит. Синюхин пришел со своей женой Нинкой. У нее такая смешная причесочка. Режиссер Мерзабеков пришел со своей артисточкой Катрин. И еще подруга жены Глюкина. Ой, секс-бомба с колдовскими чарами 8-го размера. Сзади вырез до прорези. Ну, началось новогоднее веселье. Мерзабеков тут же начал прикалываться к своей артисточке Катрин. О, Катрин, вашим именем назван самый могучий ураган. Вы знаете, почему ураган называют женскими именами? А потому что они уносят дома и машины. А знаете ли вы, без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски? Без российского газа! И теперь в Европе открывают музей горячей воды и отопления. Представляете, какой ужас. Приезжает Байден на саммит НАТО в Европу, а там сидят Шольц и Макрон
и в карты играют. На рубли. Про Украину скажу только одно. При власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко. А при власти комика Зеленского не смешно. Одним словом, если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился, со страною повезло. Спасибо вам, дорогие наши защитники! Вся Россия с вами! Мы пьем за то, чтобы в новом году вы вернулись домой целыми и невредимыми, а главное, славными победителями. С Новым годом, Россия!